Югра одержала третью победу подряд. Накануне подопечные Вадима Ипанчинцева вновь обыграли «Барс». Этот матч состоялся в Казани. Команды вновь не побаловали болельщиков изобилием голов. Единственная шайба была заброшена во втором периоде. Успех праздновал Артем Антипов. Все остальное время команды играли на равных. В итоге 1-0 в матче и 3-0 в серии. Сегодня команды сыграют четвертый раз. Этот поединок может стать последним в этом противостоянии. Если победу одержит соперник, то команды вернутся в Ханты-Мансийск, где 2 марта сыграют пятую игру. Сегодняшний матч в прямом эфире покажет наш телеканал. Начало трансляции в 19 часов сразу после итоговой программы «Больше, чем новости».